Так, полный дербан футбайка Stark. Сейчас я покажу и расскажу, какие здесь запчасти есть. Пушок стандартный. Адаптер такой симпатичненький. Каретка. Сейчас я покажу, почему здесь такие запилы и для чего. И рулевая. Рулевая такая полуинтегрированная. Так, каретка у нас на 151 мм. И поскольку там очень большое расстояние от подседельной трубы до переключателя, то вот такой вот переключатель используется вот с такими вот выступами. Но почему-то стоит адаптер. Оп, вот рулевая. Она очень интересно так хорошо запечатана пластмассовыми вставками. Ну, обычные шарики. Ну, самый простой 110. Тормоза Zoom китайские с маленькими такими колодочками, очень маленькими. Переключи шимановские 500-я серия. Сзади турней TX 300. И кассета сзади семерочка стоит, шимановская. Куча проставок. Система интересная. Она алюминиевая и при этом разборная. То есть звезды можно менять. Вот это вот прям очень большой плюс этому велосипеду. Диски No Name на 160. Так, вот сама вилка. Вилка очень легкая, алюминиевая. Адаптер стандартный китайский. Так, ну передняя втулка обычная, простая, на шариках 135 мм. А вот задняя втулка всего коротенькая. Она всего 170 мм. И она при этом еще идет под кассету. И вот, как я сказал, уже куча на ней проставочных дисков было, чтобы семерку поставить. То есть сюда, соответственно, можно поставить спокойно восьмерку и даже девятку. Зин Чао Янг 4.8. Грипсы с этими заглушечками. И вот такие вот цепи КМС-ка, семерка. То есть все такое базовое, все кроме переключателя Оливия. Ну, каретка на промподшипниках и разборная система. Вот эти вот три вещи самые интересные. Все остальное самое простое. Так, а система оказалась у нас, во-первых, на 96 БЦД. А во-вторых, она еще и старая. То есть без смещения. То есть у нее лапки расположены не как у новых, вот таким вот образом, а просто крест-накрест. Интересно.